Хей, Ютубу, хей, ВК, с вами я, Плавидайда, с вами продолжаем снимать шоу «Воруем вещи у соседа», да. Не будем долго тянуть соседа соусы и погнали. Так, сюда. Так, да, блин, да не туда, твою мать, что от меня так трясло-то сейчас, так. О, ведро, сразу ведро возьмем. Какого черта? А, вот он ты, да, вот он. Чё, офигенно, да? Бегом, бегом, бегом. Бегом. Нет, 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 нет. Есть. Так, сюда. Есть. Так, теперь сюда. Сюда. И сюда. Отлично. Так, теперь. Туда. 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 А, и все, и пока что хватит. Так. Сюда. Твою ж налево. Была не была. Ты мне прям по хлебальнику зарядил. Вообще-то это было неуважительно. Какого? Не смей. Нет, ты меня не засосешь. Скотина, засосал же мне как-то. Это какой у него силы пылесос? Нифига себе, так. Так, и бананы мы даже скинем. Вообще, вот просто даже бананы мы будем скидывать. Вот. Просто нехер себя вести, как ублюдок. Так, теперь сюда. Сюда, 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 сюда. Было больно, признаюсь, было больно. Так. Ну ладно, раз я вышел наружу, то может быть еще можно где-нибудь своровать все-таки, как-никак. Ведро вот своруем. Так, во, да тут целый кладец еще можно еще у него тут попортить. Главное, чтобы он сюда сейчас не пришел. Так, так сюда. Так, туда, туда, туда и туда. Так, стоп. Какого черта он тут делает? Давай, скатывайся. Скатывайся. Бам. Вот, отлично, скатился. Это был какой-то очень странный звук, ну ладно, неважно. Так, сюда. Так, вот на лестнице. Есть, отлично. Да я прям ниндзя. Не, серьезно, я прям ниндзя какой-то. Он меня даже не услышал. Меня прям нельзя услышать, я прям какой-то ниндзя. Так, нет, даже лучше, чем ниндзя какой-то. Я какой-то спецагент. Ладно, это было очень странно. Я не знаю, что это сейчас было, но что-то видно было. Жигандон напугал меня. Еще как. Так, сюда. Так. Сюда. Так, сюда, сюда, сюда. Откуда на меня пучнула вода, я что-то не понял. Ладно, неважно. Это что-то было очень странное. Очень странное и непонятное. Мне кажется, сюда нужно звать каких-нибудь конспирологов, чтобы они распознали, что это еще была за херня. Непонятная. Может быть, это проделки их-нибудь
мистических существ. Может быть, это проделки каких-нибудь гуманоидов инопланетных. А может быть, это, я не знаю, может, это просто... Какого черта, Михалыч? А может быть, это были просто... Может, там оттуда просто у меня вылилась вода. Я не знаю, что это сейчас было. Но это, думаю, не важно, как за мной гонится Михалыч. Михалыч, отойди от меня. Уйди, кыш. Так, сюда. Господи, боже, что это был? Что это за херня происходит? Я просто не понимаю. Отлично. Так, теперь сюда. 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 Не понял. Здравствуйте. Ты меня не поймаешь пылесосом, понятно? Я тебе крепкий орешек, а не какой-то там чувак непонятный. Так, ты где вообще? О, меня потерял. Вау, класс. Вау, и... Так... Бегом, бегом, берем все, что только можно тут у него потопить. Все, с помощью чего можно ему сделать плохо, и все. И готово. И дело с концом. Вот там. Похер. Какого. А, вон ты где был. Ну это, думаю, не важно. Так как я все. Я пошел, до свидания. Он меня там еще что-то пытался с помощью своего мегапылесоса присосать, но у него это мало получится, так как я на втором этаже. Так, книга туда, туда и туда. Отлично. Так, теперь сюда. Отлично, будет что еще потопить. Так. Картина фас. Отлично. Точнее, фонарик фас. Хотел бы я правильнее сказать. Так. Где фонарик? Где, мать его, фонарик? Вот фонарик. Ну, мать твою. Ну, Михалыч, ну чё ж ты, ну чё ж ты в натуре какой-то, какой-то странный. Ну, вот, Михалыч, ну чё ты, не знаю, тебе нужно какие-то точно с конспирологом сдавать. Ты какой-то невероятно странный мужик, серьезно. Он какой-то невменяемый. Не, ну в натуре, ну это просто, это, не знаю, как назвать. Отлично. Акула, это ты? Если это ты, тогда так и скажи. Не пугай меня, пожалуйста. Я не хочу. Я не хочу пугаться. Ух ты, как я хорошо-то приземлился. Гаечный ключ тоже потоплю. Я буду кидаться, я буду защищаться. А нехер, нехер тут мне какой-то фигней заниматься, понятно? Будильник тоже потоплю. Бегом, бегом. Чё ты там пылесосом меня пытаешься присосать? Ты дура, что ли? Ты меня не присосёшь, ты вообще-то, ты вообще в курсе, что такое пол? Нет? Ну ладно, тогда возвращайся в садик обратно, Пётр. Ой, какой Пётр? Почему Пётр? Он же Михалыч, блин. Какой Пётр? Пётр — это его брат. Усатый. Практически такой же, только у него нету мешков под глазами, и он не выглядит какой-то труп. А выглядит как нормальный человек, хотя он тот же, он тоже какой-то странный человек, хотя он тоже какой-то маньячина. А этот, Михалыч, он тоже какой-то невероятно странный, блин. Серьезно. Где? Где, мать твою? Где картина? Вот она картина, отлично. Нет, я успею взять картину. Какого черта? Нифига ты ОМОНовец! Фига ты ОМОНовец! Ты что вообще творишь, Михалыч? Михалыч, я конечно, тебя обалдею, не серьезно. Ты с какого перепугу? Ты что, в ОМОНе служила? Не понимаю.
Или в какой-нибудь, там, не знаю, военной части. Ты где вообще служил, Михалыч? Ты что вот такие вот трюки выворачиваешь? Хотя, думаю, это не важно. Зачем мне об этом знать? Мне главное сейчас просто потопить эту вещь, так скажем, отомстить тебе. И выйти отсюда, и все. Это самое главное, что мне сейчас надо, и все. И больше мне ни хера не надо. Так, сюда. Так. До свидания. Спасибо за сотрудничество. Нифига себе, как я так быстро поднялся. Давай, лезь. Лезь, Михалыч, лезь. Молодец. Ты хорош, но ты туп, Михалыч. Ты невероятно туп. Где картины? Картины тут. Картина. Возьми картину. Точнее, почему я говорю возьми картину? Как будто я что-то говорю давно. Что-то не понял, что сейчас произошло, но видно, что сейчас очень произошло важное. Хотя что могло еще произойти? Что я вообще за херню несу, я не понимаю. И у меня, кажется, мозг уже начинает атрофироваться от этого Михалыча, серьезно. Я несу какую-то непонятную чушь, никак не связанные предложения. Я просто не понимаю, что за бред. Что вообще за бред я несу? К чему это все?